Вид регистры фикс. Приветствую всех. Представляю вашему вниманию программу для эффективной и безопасной очистки системного реестра, автоматического исправления ошибок, оптимизации реестра Windows и другие инструменты для улучшения быстродействия системы. Программа отличная, давно ей пользуюсь. На русском языке, к сожалению, платная. Нужно найти бесплатную. Демо-версию можно скачать на официальном сайте, ссылку я оставлю в описании, и нажимаем «Скачать вид регистры FIX». Сохраняем, скачалось, закрываем, запускаем двумя кликами установщик, окей, далее принимаю «Установить», далее ярлык на рабочем столе, контекстное меню не будем, по умолчанию «Готово». Запускаем программу. Нажимаем «Испытать». Здесь вот такое окно открывается. Сканировать. Выбрать все. Отменить удаление резервной копии. Здесь сканирование программы. История. Инструменты. Программа для оптимизации системного реестра. Программа для создания резервной копии реестра, ну и так далее. Очистка дисков, автозагрузка, программа для правильного удаления установленных приложений. Параметры, все галочки стоят, сканирование. Ну, вот сейчас сканируются шрифты, ярлыки. Процесс сканирования завершен. Найдено 147 ошибок. Нажимаем «Показать результат». Здесь все галочки стоят. Нажимаем «Удаление». Будет создана резервная копия. Удаление. Программа хорошая, давно ей пользуюсь. Никогда лишнего у меня ничего не удаляло. Можно проверить еще раз. Нажимаем сюда. Ошибок 0. «Показать результат». Ошибок 0. Программы. История. Инструменты. Программа для оптимизации файла. Нажимаем. Испытать. Далее. Размер реестра. Размер освобожденных данных. Готово. Перезагружать не будем. Закрываем. Бэкап делать не будем. Поиск делать не будем. Диск. Очистка дисков. Нажимаем. Испытать. Сканировать. Вот идет сканирование. Сканирование завершено. Нажимаем «Выбрать все». Удалить. Все. Закрываем. Менеджер автозагрузки. Стартап менеджер. Нажимаем. Испытать. Смотрим в автозагрузке, какие программы находятся. Можем выделить и удалить из автозагрузки. Можно добавить название, путь к файлу. И вот, допустим, программ файл CCleaner мы хотим добавить в автозагрузку. Плюсик нажимаем. Все, она в автозагрузке. Будет загружаться вместе с системой Windows. Удалить. Все, с автозагрузки убралось. Закрываем. Uninstall Manager. Для удаления программ. Нажимаем. Испытать. И вот все программы, которые установлены. Здесь можно выделить и нажать удалить. Вот такая вот программа «Вид регистры FIX». Пишите отзывы об этой программе, кто пользовался. Мне эта программа очень нравится, давно ей пользуюсь. Ничего лишнего никогда у меня не удаляло. Рекомендую. В комментариях пишите отзывы, замечания, пожелания, вопросы. Ставьте палец вверх, если понравилось, или палец вниз, если не понравилось. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, удачи, до свидания.